58 многоквартирных домов в Югре исключили из программы капремонта. Изменения одобрили сегодня члены правительства на очередном заседании. 12 домов признаны аварийными, один дом с износом основных конструктивных элементов более 70%. Еще для 45 домов стоимость ремонта обойдется дороже самой стоимости объекта. Таким образом, общее количество домов, включенных в программу капитального ремонта, составило 6398. При актуализации окружной программы капремонта по решению собственников и на основании технического состояния многоквартирников по ряду домов изменили виды работы и сроки их выполнения.